Снова всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Джек. Продолжаем играть за отбросов и условия адской жары. Я сегодня сниму только один матч. Давайте сразу же начнем его играть. Ну что ж, соперник найден. Габриэль Жезус, Салах, Санчес, Фабригас, которого парень успел получить. Матип и Мусаку, кстати, наш слева. Супер провал. Ну, хард спас. Мне что-то не очень нравится в матчах последних на первых секундах пропускать. Как нам так удается делать? Давид Луис, зачем ты касался этого мяча? Просто зачем? Ну, там мяч отскочил, но шансом мы не воспользовались. Ну да блин, тут сам ничего делать не будет. Ну, либо пробежит и забьет, да. То есть я что-то думал, что он моего защитника в этой игре режется, но как-то так его змеечкой оббежал. Ну вот, я это уже все, стою, встречаю его, и он просто улетает мимо. И сквозь ногу к себе мяч прилетает. Ну как мяч отскакивает в Дебрюйне? Ну 16 защитников стоят на нем. Один на другом просто в ряд. Вот на нем стоят 16 защитников, рядом еще человек 40. Он умудряется принять мяч и пробить левой ноги в касание. И забить гол. Перед этим мячом ему еще отскакивает на ногу. Прям под удар. Сане. Развернулся. Пас не получился. Руни обратно на Сане. Ну на Сане пас. Что за автоудар? Ноль-три. Ну вот Лозана. Опять по флангу. Опять в центр. Опять дальше пас. Опять удар. Ну абсолютно идентичные голы. Я никак не могу это законтрить. Потому что я думаю, что он что-то будет другое делать. Пас назад, прям на ногу и гол. Правому защитнику отдавал. Фермина один. Спасибо. Это было красиво. Пятый гол ты забил. 15 пропустили, 5 забили. Нормально. Эх. Коэффициент полезного действия. Какой у нас. Руни. Лонгшотик. В штангу попадает. Я бы не отказался от гола вот такого. Но. Нам болельщики свистят, да. Точнее, свистят ему то, что он мяч держит, но как будто бы мне за мою игру свистят. Правильно делают. Фермино! Лозана 6-1. Уже ж ты мне такие цифры попортил? 15-5 было за 3 игры, взял и 16-5 сделал. Это не стыдно тебе, Лозана, а? Тебе не стыдно. За 400 минут. Здесь, ну, по ударам хотя бы равно был. Ну, блин, такая результативность у СОПов. Понятно, что я проигрываю, но когда ты смотришь, что у чуваков из 8 ударов 6 створ и 4 гола, ты такой, блин, фигня какая. Так, ну ладно. Я не знаю, что менять. Мне все нравится в этом составе, мне нравится схема, мне все нравится, но мы сливаем 3 матча просто с невероятным счетом и вообще ничего сделать не можем против СОП. Первая ничейка была норм, потом 3-6, 1-3, 1-6. Надо, я знаю, надо сделать СБЧ. И Хионачи сделать. У меня 22, 24 уже тысячи. Что-нибудь там еще можно, чтобы Ндиди получить. Но он типа в атаке-то он нам никак не поможет. И в защите тем более. Ну хотя, блин,
в опорчике, там подержит, получишь. Вместо Хендерсона, например. Ладно, погляжу, что буду дальше делать. Спасибо, что смотрели в любом случае. Еще будем побеждать, чё нам. С вами был Джек, увидимся и счастливо. Не забывайте заходить в магазин gto.com. Теперь после покупки вы получите 3% себе на кошелек обратно, используя кодовое слово Джек. Первая ссылка в описании.